Всем огромнейший привет из Алушты и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. В общем, доброе утро из Алушты. На улице прекраснейшая солнечная погода. Тихо, здорово, классно. У нас утро раннее. Отпуск не отменяет процедуры за лицом. Встала первая, умылась, нанесла тоник, нанесла патчи от компании Тиандэ. Взяла разные такие вот патчи, чтобы уже просто вот закончить и, в общем-то, можно будет выбрасывать. Но интересно посмотреть, сколько будет пустых баночек в отпуске. Все равно, друзья. Значит, это у меня серия коллаген актив. Кристальная коллагеновая маска под глаза. Вот такая патчи, другими словами. Вот, маска для век. То я пептидный. В общем, у меня то белые, то золотые, то черные патчи. Все, в общем-то, чередуется. Все ссылочки на компанию Тиандэ оставляю под видео в инфобоксе. Еще раз вам напоминаю. Что еще? Лицо не закончилось одними патчами. Нанесла свою любимую маску Фукаидан, которая очень хорошо напитывает, восстанавливает кожу. Сейчас похожу, патч сниму, маску смою, нанесу, в общем-то, дневной крем, крем для век. Ну и тоник, конечно же. Еще хотела вам рассказать. Вы знаете, во-первых, жарко, много ходим. Много воды пьем. И, конечно же, ножки гудят и устают. То, без чего не проходит отпуск. Славитон. Вообще, это у нас фитогель для ног. Он отлично снимает состояние вот этих уставших ног, состояние, когда ноги, знаете, так это горят, состояние, когда как отечность какая-то. Ну и, конечно же, это вообще у нас применяется как косметическое вспомогательное средство при выраженной капиллярной сетке на коже, отеках, чувстве тяжести в ногах. В общем, небольшое количество, просто распределяем по ножкам, и все. Знаете, прям 3-5 минут все это снимается, чувствуешь себя прекрасно, можешь, в общем, бежать дальше. Вот действительно, прям рекомендую вам такое средство, если у вас вены, капилляры, сосуды, и если, допустим, у вас работа стоя, вы приходите, у вас просто ноги гудят, отекают, то вот без вот этого средства просто не обойтись. Вот. В общем-то, и оно со мной также, конечно же, в отпуске. У нас тут уже в квартале между собойчик около клумбы. Утреннее кофе тайм. Утреннее кофе тайм. Так, но чтобы у меня состоялось утреннее кофе тайм, нужно пойти попить вишнево-гранатовое желе с коллагеном. Да, чтобы был удачный кофе тайм. Мой вон сладкий котик спит. Сладкий котик спит. Мяу, говорит котик. Говорит, мяу, котик. Вчера котик говорит на пляже, а у вас ушки стоят. Котик вообще не реагирует вообще. От слова совсем котик спит. Вот этому котику даже не нужен никакие уколы ботокса. Они сами почему-то рыбки какие-то делаются у этого котика. Котику не нужны уколы красоты, у котика и так губки стоят как надо, уточкой, уточкой. Так, ну а у нас тут стратегический запас здоровья и витаминок. Так, в общем, вот что я пью с собой у меня в отпуске.
как без этого? Вы знаете, вот не хочется быть в отпуске каким-то голодранцем, ободранцем. Я не знаю, как вы, вот некоторые мне пишете, что я даже, что вы не тратите время, ничего не делаете, в общем, звездочкой лежите 24/7 около моря, вот так. Знаете, там устаешь, море выматывает столько сил, столько энергии, поэтому всего должно быть в меру. Поэтому, чтобы кожа не страдала, волосы, хрящи, суставы, у меня тут целая коробка, но мне ее не хватит. В общем, буду пить вишнево-гранатовое желе от компании Тиандем, разведу водички и с утра выпью, как всегда. В общем-то, мои ритуалы не прекращаются ни в отпуске, ни на море. И это все занимает 3-5 минут. Быстренько раз-раз-раз, я вам больше рассказываю, чем, знаете, чем дольше делаю. Вот, так что, а днем, это витамины, все это БАДы, понятно, тут мам что пьет. А днем я еще пью фитоисточник для женщин. Что-то он там у меня редеет. Отлично. Держит в хорошем уровне гемоглобин. А, значит, это у нас же волосы, это же у нас и ногти. И витаминный комплекс для женского здоровья плюс фитоэстрогены. Вон еще один котик. Все котики тут. Так что буду пить коллаген. И... потом уже кофе тайм. Так, будет утром пицца. Теста-то было много сделано вчера, поэтому как раз-таки вот уже третья пицца. Так, тут поставили мы яйца варить. Кстати, поступил вопрос, как делаем еврейскую закуску. Еврейскую закуску делаем вот яйца. Значит, сыр любой, какой у вас есть. В общем-то, любой. Можно плавленый, можно колбасный, можно какой-то, который трется, который можно подороже. И все, и туда еще чесночка, майонезика. И вот еврейская закуска, очень вкусная, на бутерброды, а сверху бутерброда можно там помидорку, можно, если вы там... Да, можно там все что угодно. А вот каша у нас будет, пицца, яйца это для еврейской закуски, так что утро полным ходом началось с готовки. Ну что, друзья, мы с мамой пошли на море. Дети где-то уже тут, купили мороженое. В общем, где-то тут тоже. Уже все дорогу знают, ориентируются все хорошо. Никто не потеряется. Но вот за маму не сильно уверены. А она куда-то это, а мы же, говорит, оттуда пришли. Я говорю, нет, не оттуда. Сегодня смеялись все утро, говорим, надо ей часики, родительский контроль. Думаем по поводу аквапарка, мама не сильно в восторге от этой идеи, говорит. Я тогда, говорит, пойду в музей миниатюр, мне посоветовали, значит, это, музей миниатюр. Дети что-то не сильно в восторге. Значит, пойти в музей миниатюр, это под открытым небом, миниатюры, зданий, в общем-то, достопримечательностей Крыма. Мама говорит, я тогда пойду в музей миниатюр. Мы такие говорим, потеряешься. И потеряла то место, где потерялась. Ты еще и без телефона хожу. Она телефон не берет, все фотографии делаем на мой телефон, я им потом все отправляю, в общем-то. Мы говорим, нормально. В общем, мы ее что-то не отпускаем. Боятся, что не найдут меня. Смеемся, говорим, потом это останешься в Крыму, будешь вот по пляжу там кукуруз горячее продавать. Или где еще пристроишься. В общем, смеемся над ней. Так что подумываем по поводу того, чтобы посетить аквапарк. Вчера гуляли, цены узнали, на целый день стоит 2000 рублей, это с 10 до 5. Вообще аквапарк до 5 работает. Можно зайти, значит, вроде с 3 до 5, можно на 2 часа, а вот с 3 до 5, не помню сколько. Ну, в общем, цены в предыдущем влоге посмотрите. Но на целый день 2000 рублей стоит. Вот. Ну, в общем-то, мама не сильно прям, так скажем, в восторге. Но мы, в общем-то, думаем. Доброе утро, море! Мы скучали. Сегодня посмотрите, как все придвинулись к вот этой ступеньке.
потому что волны большие второй день подряд. И все ложатся подальше от моря, пляж немножечко подмыло-смыло. И обычно здесь вообще как-то так просторненько, все ближе туда. А сегодня здесь вот такой вот аншлаг при входе. Вообще аншлаг на пляже. Не знаю, найдем ли мы местечко. Ой, печет, вы просто даже не можете представить, как. Сегодня, кстати, 31 или 32 градуса, прям жаришка колоссальная. Так что здесь можно сегодня под полицией быть с жареной курочкой, с обуглившимися окорочками. Так что, друзья, сегодня опять же все работа банана, плюшек, катера, все отменяется. Только можно плескаться на больших волнах и мыться в душе. Вареные раки. О, бизнес подъехал. Вареные раки. Что-то еще. Вчера с аптекарского уголка шли, купили вот эти трубочки, со сгущенкой. Нам не понравились. Сухие. Ну, в общем, один раз можно попробовать, и не стоит. По 100 рублей они стоят. Здесь их тоже продают. Что-то мы, в общем, не в восторге остались. Как дети мои говорят, надо все попробовать по одному разу, сделать вывод, что понравилось больше, и тогда уже покупать и повторять, что понравилось. Но пока не в восторге. Не в восторге остались от этого. Что-то мои стоят в сторонке, не найдя места, что ли, или как-то так. Ищет. Нашлась хозяйка. Вот она. Ну что, мы пришли домой. Сегодня большие волны. Самые большие, наверное, волны за последнее время, которые были на пляже. По дороге еще зашли в овощной. И купили разных всяких овощей. 5 разных пакетиков.
И уже потом еле, знаете, доплелись до дома, как говорится, по жаришке. В общем, что мы взяли? Взяли капусточку, капусточка закончилась. Огурчики взяли, огурчики закончились. Тут там зеленушка, перчик. Так, дальше, дальше, помидоры взяли. Ой, вам не видно. Помидоры. И эти, как его? Персики. Помидоры, персики, перец, зелень, капуста, огурцы. 5 пакетиков. 5 пакетиков. И пришли домой. Дети уже успели сходить за это время в душ, пока мы тут ходили. Вот. Тут рядом, оказывается, с домом есть рынок. Завернули за... Говорю, мам, пошли посмотрим, что там такое. А там, оказывается, рынок. Вот так вот, рядышком прям совсем. О, так жарко, что хочется что-нибудь попить прям вообще. Так, ну что, у нас тут все готовится. Будет еще гречка. А тут у нас на стриже салат. Салат с помидорами, перцем, значит, огурцы, зелень. Это еврейскую закуску сделали. Яйца, сыр колбасный, чеснок. Мы, значит, добавлю. Вот. Главное, все готовится. Всем приятного аппетита. Вот такая у нас вкуснотища. Ну что, мы пошли прогуляться по улочкам и улицам Алушты. Сейчас немножко спала жара. Стало немного комфортнее. И, в общем-то, идем, цикады кричат. И такая проезжая тут часть. Вдоль машины прям стоят. Такая вот длинная-длинная улица. Смотрите, как тут палисадники у домов. Все в кактусах. Кактусы, 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 зелень. Фитнес-центр тут где-то. Тут. Так, ну что, мы догуляли до моря. Волны успокоились маленечко. А мы не пошли вечером на море. Решили, что море такое же шумное, бурлящее и волнующееся. А оказывается, все прекрасненько. Значит, здесь уже, когда лежаки убирают, ставят вот эти вот пуфы такие. И получается кафе на пляже. Все откуда-то такие красивые идут. Да. А девчонка номер 7. Красавица номер 8. Дальше я не так снова сами за себя. Малышка номер 9. Парняга номер 10. Номер 11. Так, а чем были вместе, ребята? Надо было же вместе. Но, ну, в любом случае, друзья, но номер, вот этот парень, больше всех. Такие шикарные картины продаются. По стоимости разные. Заглянули тут посмотреть. У нас мне сейчас клиенты все скидывают. Кто меня знает, мне скидывают сразу. Только да, за картину. За посыл. Раньше мы и делали наложным платежом. Во-первых, оно там по офису оно дороже. Потом они еще 4% за перевод, и там он не будет 400 рублей. Ну что, друзья, мы нагулялись. Погуляли по набережной. Зашли в магазины. Совершили тут, Настя, покупочку, которую планировала себе и подружкам. Сейчас вам покажу.
расскажи нам. Она по традиции привозит оттуда, где бывает, открытки в подарок. Да, будем так показывать. Купила подружкам. Вот открыточка, это мне. Вот вторая открыточка. Крымские каникулы. И третья открыточка. И они вот еще вот с конвертиком. И тут, ой, как видно? Ласточка. Гнездо. Угу. В общем, довольно счастливая. С паковочками. А у нас тут, тут пакеты. И тут. Так, и тут. Вот. Вы нам тут советовали вот это Крым светлое попробовать. Купили, попробуем. Какой-то взяли еще что-то. Так, Крым светлое советовали, взяли, попробуем. Так, это у нас добрый кола, доктор дизель, манго, красный апельсин, бананы. Так, два пакета масла подсолнечная Каролина. Дальше купили и палочки попробовать, не знаю, что из них. Значит, дальше так уж тут падает начинает. Луковые колечки. Так, еще тут вот такую булочку взяли. Называется ялтинский продукт, плетенка с маком. Две такие булочки взяли. Большие булочки действительно. Печенье Яшкино крекер с сыром. Две упаковки. Так, яйца. Аккуратно. Яйцо. Яйцо. Так. Взяли крупа кукурузная. В общем-то. Не знаю, куда тут складывать. Ой, все тут ходят, складывать некуда. Все, один пакет освободили. Сейчас будем нормально с вами доставать. Майонез Лобода оливковый. Вот такие какие-то булочки. А, это пончики с шоколадом, крем-шоколад. Дальше. Так, это у нас Лобода кетчуп. И взяли. По-моему, вытащи, пожалуйста. Так. Агрокомплекс шпигачки. Аромат сделано на Кубани. Без сои. Здесь кило 300. Да. Угу. Вот такие вот, в общем, шпигачки. Ну все, сейчас это надо порядок тут навести, все разобрать, все убрать и разложить. Так, ну что, мы тут ужинать сели. Всем приятного аппетита, салат, эти сосисоны, кашку быстренько сделали и, в общем-то, и салат. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.